И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, давно у нас не было этой игры. Будем играть в режим Scary Elevator, добавили много новых этажей. Будем вместе с вами изучать, смотреть, веселиться и угорать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, 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 смотрите, он же начинает мочить. Нафига эта пружинка, я так вообще не понимаю. Так, убийца идет. Бежим сюда. Одни, короче, кишки выпускает всем. Так, надо валить отсюда. Будем поинты собирать. Чпонькс. Выключил, ребята, музыку в этой игре, потому что авторская. Поэтому не будем рисковать каналом, будем просто веселиться. Киллер, что у нас тут? Блин, все изменили вообще непривычно. О, а эту штучку оставили. Респект и уважуха разработчикам. Молодчики. Смотрите, он всех, короче, слил. Я не знаю, я один останусь. Я, наверное, просто умру сейчас. Заходите, кто-то новенький еще. Во, чувак летает. Может, я летать могу? Нет, не могу летать. А так хочется. Че, выжили, не? Все с палками, короче, с мечами. Будем лупашить сейчас его. А что, получается, мы можем бить? Во, это пиццерия, ребята. Давайте напишите в комментариях, какая это пиццерия. Ого, какие у меня роблуксы, аж 3 штуки. Пойдет, мне нравится. Так, я вижу, там уже кому-то выпускают. Автоматы у нас есть, еще один возьмем. Опа, Фредди, Фредди идет. Убил, убил, пацанов и пошел. Так, 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 не надо его заманивать сюда. Стоим, 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 он не идет сюда. Я хочу затащить. Отлично, вот это, кстати, пиццерию я ни разу не видел. Это очень классно сделано. Респект. Да, так все легко и просто, даже неожиданно для меня. Очень легко. Так, что у нас сейчас будет, смотрим. Блин, эта пружинка непонятно, что делает. Напишите в комментах, что-то я не понимаю. Так, у нас сейчас будет... Так, все, ускорили. Раньше надо было долго ждать. Теперь вообще раз-раз и все уже. Ну-ка. Воу, убийца. Так, давайте, бежим сюда сразу. Roblox собираем себе на тапочки новые. Так, тут туалет у нас есть. Крючки. Воу, здесь сколько всего. Давайте еще здесь походим. Чпонькс. Прикольно. Чпонькс. Отлично. Я буду здесь тусоваться. Если что, я успею спрыгнуть. Так, это подписчик мой зашел. Да как он меня убил через... Что это за такое? Нечестность. Хорошо, я понял. Давайте еще разок. Как он меня убил? Получается, через низ за ноги меня ударил и все. Все, кто попадает, ребята, в ролик, всем привет. Это вообще золото на плечах. Генерал-майор, я понял. Так, это SCP у нас опять. SCP-096. Это очень страшный челик. Надо быть внимательным. Так, это что, тупик у нас? Да, прикольно. Идички, колотички, он меня убил. Какой-то он бешеный очень. Всех посливал. Все ребята умерли. Так что не так обидно. Классно, если бы этих убийц бы SCP играл бы настоящий человек. Вообще было бы топово. Опять он бежит, отвали от меня. Блин, опять тупик. Да что ж такое на расстоянии меня мочит и мочит. Так нечестно. Ну, зато интересно. Че, еще раз идем? Опять нас убьет. А, не, уже другой этаж у нас сейчас будет. Так, сейчас... Я думаю, что будет у нас... Вот давайте Бенди. Так хочется карту Бенди. Посмотреть, что они добавили. Может, какой-то крутой Бенди будет. Моднячий. Так, так, так. Смотрим, смотрим. Если я угадаю, будет круто. А, нет. Слендер. Слендер тоже неплохо. Тоже челик деловой, модный. Мои монетки. Блин, у него тапки есть. Я тоже хочу тапки. Я с ними вообще сюда тащил бы. Ну, я буду монетки собирать. Так, так, слышу Слендера. А, я вижу и Слендера. То у меня звук на улице какой-то. Так, идем. Чё он все собирает с этими тапками вонючими? Так, тут забор, тупик у нас. Я могу фонарь этот взять? Не могу. Есть, затащили. Да, уже 48 поинтов. Сейчас стану миллионером. Так, все стоят. Мне надо рассмотреть этот скин. А, это у него золото, да. Прям слитки золота на плечах. Глаз летает, маска летает, Хэллоуин. Пингвины какие-то у нас тут в шубах. Так, пошли. А, что, не пошли? Так. Хоп. Отлично. Это у нас получается звонок. Сейчас будет с телека вылазить эта баба. И будет всех кошмарить. Эх.
Я чувствую, я не выживу. Чувствую, чувствую. Она там пацана мочит. Эх, она всех замочила. Я буду в уголку стоять, на дурачка. Вдруг прокатит. И его зарубила. И его зарубила. И этого челика. Ха-ха-ха, бегите, глупцы. Они так сделали, что новенький не может зайти. Так, а что она за... О, вот так пусть и стоит. Она хочет его убить. Отлично, мы это сделали. Это было очень просто. На изично. Так, давайте сюда. Мои монетки, потому что это челик. Это, кстати, новая карта. Entity Spawn. Очень странно, но прикольно. Так, идем. О, большая монетка, она моя. Че, уже все погибли, что ли? Я один остался. Ой, челепиздрик. Все монетки поворовали. Так, 58 поинтов. Может, там еще есть комната, где можно эти тапки все-таки брать, не донатить? Что-то было, что так легко? Ничего не понял. Ну, главное, что я выжил. Так, давайте Бенди. Мне эта карта так нравится. Так, так, так. Ну-ка. 3, 2, 1. Кто? Все стоят в ожидании смерти. О, убийца еще один. Короче, та же самая карта, что ли? Заклиненная. Так, давайте сюда бежим за монеткой. Я успею. Никто не заберет мою монетку. Чпонькс. Отлично. Так, этот идет, смотрит. Че там, ничего не мапаисты. Так, давайте сюда зайдем. А, тут уже все поворвали, все монеты. Так, а где убийца-то? Не вижу. Так, это что, у нас лодки? Че он... А, я думал, он сзади меня уже бежит, хочет убить. Так, еще позаходили подписчики, я вижу. Да, ну что так легко? Очень легко. Смотрим, смотрим. Что-то за кровяша капает с потолка, ничего себе. Я что-то не увидел сразу. Какой-то стрёмный лифт, ребят. Я не хотел бы здесь вообще оказаться. Очень странно. Тут со свечками. Тут вообще лысый. Так, это что у нас? Из цепи еще один. А, это же самая карта. Так, ну мы хоть увидели несколько новых карт. Это уже прикольно, мне это нравится. Отвали от меня. Эх, я хотел сбежать. И, короче, он мне выпустил кишки. Так, давайте походим, может, все-таки я тапки найду. Блин, ну buy now только покупать, да, надо? Так, нельзя их взять. 1, 3, 3, 1. Сейчас я, ребята, помню. 1, 3, 3, 7. Enter. Не, почему не нажимается? 1, 3, 3, 7. Enter. Что такое не входится? Давайте еще раз, последний раз. Может, все-таки получится? 1, 3, 3, 7. Enter. Есть! Есть, ребята, я зашел. Так, это уже мне нравится. Что у нас тут есть? Давайте все возьмем. Все, что есть, все берем. Все наше. Хо-хо-хо. Вот это класс. Во, я себе скин поменял. Буду за эти челика бегать. Отлично. Так, что мы тут понабирали? Фонарик смоднячий. Факел горящий. Это у нас что? Это у нас зелье. Не знаю, что оно делает. Так, 8. Посох. А, это получается невидимый, но толк от этого. Это у нас водичка. Давайте водичку возьмем, попьем. Че водичка дает? Непонятно. Палд. Непонятно, непонятно. Сейчас будем изучать. Давайте все-таки возьмем этот посох. Или вот это вот. Во. Вот эту штуку. Это школа Балди. Этого я не помню вообще. Отлично. Моя монетка. Чпонькс. Нет, челик. Нет. Все мое. Как открыть? Че, сейчас Балди придет, замочит нас. Так, давайте мы... А что это у нас? Вот это вот. Буду мечом его, что ли, гасить. Так, мишка. О, факел вообще бомба освещает. Это было очень просто. Даже очень. Вообще такого не видел. Так круто все сделано. Я просто балдею. Столько всего добавили. Даже интересно не играть какое-то время в режим, а потом заходишь, и здесь куча всего. Это карточка, чтобы сбежать. Так, а мне ее как взять? У меня не взялось. Или она просто у меня есть?
Так, где тут из цепишка это бегает бешеный? Я его не боюсь. Иди сюда, я тебя факелом сожгу. О, еще одна карточка. Так, берем. Чпонькс. Затащили. И хитрый зон, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!